Ребят, ходите легальный лайфхак, точнее 4. Футбольчик, мальчики походят на качку. А он хотел с вами поиграть в футбол. Вот блин. И всем привет, дорогие друзья, с вами Патрик. Очень редко я снимаю CSGO, точнее выпускаю на своем канале CSGO. Снимаю я ее часто, так как и играю часто в нее, но катки попадаются очень редко интересные, там где посмеяться можно или какие-то интересные моменты бывают, и вырезать мне просто лень, потому что это очень долго, очень много часов можно потратить. Я наконец-то с Кибером нашел такую катку, угарную, смешную, интересную на карте Dust 2. И что из этого вышло, давайте посмотрим. А русский есть? Угу. Нету. Ну да, я тоже так думаю, нету. Одни хохлы украинцы. Может, белорусы есть. Чё у меня оставили одного в этой тёмке тупой? Это жизнь. И вот в конце второго раунда один из игроков начинает говорить, который до этого молчал. Здорово, парни. Привет. 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 Чё как? Сегодня нормально, сегодня я буду вас бустить, сразу говорю. Ага. Мы тебе верим. Вторая звезда нас бустить будет. Поехали, блядь. Поначалу мы всей командой пытались затащить, что-то сделать, но, к сожалению, у нас ничего из этого не выходило. Чё ты кинул бы вообще? Я видел, как ты сейчас зажал в стену. Не страшно, блядь, зеленый, иди сюда. Подожди, тут вниз. Блять, зеленый, иди сюда, я сказал, не страшно. А где его бомбу просрали? Сейчас, сейчас скажу топ инфу, сейчас. Сейчас почувствую, где бомба. Я провела. Короче, я высветил бомбу на мапу. Бля, что ты понюхал? Свой палец, который засунул в жопу. Жесткий. Как говорится, в стиме не без талантов. О, засейвите мне аук. Есть, пленту. Ай, блядь. Карма. Да, жестко. Кто даст мне дроп, пожалуйста? Да, сейчас я тебе дам. Да ладно, я купил. Ребят, хотите легальные лайфхаки? Давай. Точнее, читы. Ебашьте кулаком по роутеру. Ебашьте кулаком по роутеру. У вас увеличивается пинг. По кому? И вы телепортируетесь. Чего делать, если у меня оптоволокно? Что? Из деревни? Ну провода, оптоволокно. А. Не знаю, чувак, выкручивайся. А. Футбольчик, мальчики походят на качку. Игра в ножички плавно переходит на улицу. Чё стулимся? Капец, норм. Отработал спарринг с братом. Да ты что? Ебать вы дауны. Ну блин. Меня, короче, заставили футбол играть. Футбол пидорский играет. Ну, правильно. Что ты сказал? Футбол. Так мы руками играли, это не футбол. Это что нахуй пидорский игра? Тут я согласен. Понимаешь, что с футбол нет? Это как минус на минус. Собственно, плюс, значит, ты не пидор. Да, все. Футбольный нахуй. Все четко. Байошорт. Типа, что делать, если для меня... Гейство это не плюс. Точнее, минус а плюс. Что? Ну чё? Что не с этим? Давайте составим топ-5 плюсов. Да блять, да вот заеб... Давайте. Ну-ка, хотите хотя бы один, ребят. Играть в КС. Играть спокойно в КС. Всё, им пизда, короче. Да вон фиолетовый бустит нас в последний месяц. Так, сука, что за флешка? Сука, про фиолетовый угарно было. Бустер, блять, фиолетовый. Наушники для лохов. Я знаю, я играю на колонках. На колонки тоже для лохов. Не, знаете, я старым дедовским способом к стаканчикам эти проволоки приделал и так. И тут начинается самое веселое, нас начинает бустить фиолетовый, и мы вообще полностью забили на игру. О, у нас бустер тут. Сейчас будем учиться у него. Сука, я ебал. Да не... Он заряжается, наверное. Они уже вышли из бокса, чё ты смотришь бокс? Давай, заряди меня. Блять. Пожалуйста. Топ-4. Почему я не могу его попасть? Почему? Он не хочет. Он не любит бомбы. Он мирный.
Так. Упс. Ну-ка, давай, носкоп. Голова. Не голова, давай. Последний шанс. Ахуле, два раза с АВП попал, не сдох. Ах, заебись. Вы должны кинуть фиолетовым бомбу, чтобы, в смысле, зарядить бомбу. Все. Да, все, вы зарядили бомбу. Бомба сама запланится. Не выкидывай бомбу фиолетовую, ты заряжен. Подержи. Спасибо. Фиолетовый, это будет сейчас бустить. Кто заказывал у него буст? Мне кажется, я зря деньги отдал. На самом деле, у меня у самого голова кружится начинает. Я понял, это лайфхак, он на 365, ой, на 360 градусов видит все. Охуеть. Бустер. Он инфу дает. Он эхолокацию делает. Короче, давайте засмочим мид. Не-не, сейчас сидим здесь, никуда не уходим, потом смочим тут все. Смочим, блин. Сука. Давай типа посуемся, ребят. Ой, мячик. Футбольчик. Дай пас, блять, дай играть пас. В футбол в КС, двойное гейское проникновение. Нет, минус на минус плюс. Ща, финты, ща. А у меня есть идейка. Давайте сидеть на базе, а потом в последний момент, когда они подбегут, закидаем края с маками и молотовыми. Убить фиолетового. Он реально приманка. Его с ножа хотят убить. Заебись. А теперь смеда. О, бомба у нас. Приманка закончилась. Кстати, да, бомба-то у вас. Футбол, блядь. А он хотел с вами поиграть в футбол. Вот, блин. Чуваки, а мне стало жалко его. Он привез нам мячик оттуда сюда. Ой, блядь, все, Тима ожила, все, камбэк изрял. О, фиолетовый бегает, блядь, теперь ходящий локатор. Сука! Все, у нас футбол. А где вы там футбик рубите? Да мы пытаемся мяч найти. Сука! Охуеть. Убегай нахуй. О! Подожди, подожди, давай эйс, встречаем. Подожди, давай эйс. Я футбик играю. Сука. Я ебал. Ножа завали. Огонь кидай. Бля, не успел. Лол. Это пиздец. Ну, в общем, вот такая у нас сказочка получилась. Мы хотели сыграть еще одну, но те ребята разошлись, к сожалению. Но все равно достаточно весело получилось. Так что, если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. А с вами был Патрик. Всем удачи, всем пока.